Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Жернакова представляет. Мастер-класс «Ловец снов своими руками». Для изготовления данного ловца снов вам понадобится дырокол, картон, можно взять цветной, несколько небольших кусочков цветной бумаги размером 8 на 8, картонная тарелка или любая другая, карандаш, ножницы и толстые цветные нитки. Первое, что мы делаем, это размещаем тарелку на листе картона и аккуратно обводим карандашом. На картоне получается вот такой круг. Тарелка нам больше не нужна. Выстригаем картон по контуру и рисуем внутри еще одну окружность. Расстояние от рисованной линии до края должно составлять примерно 3 сантиметра. На получившемся кольце аккуратно пишем небольшие цифры в таком порядке. Они понадобятся нам для того, чтобы плести узор ловца снов. Возле каждой цифры делаем дыроколом отверстие. Подготавливаем нитки. Можно взять нитки для вязания, пряжу, а также воспользоваться толстыми нитками для мулине. Начинаем плести. Нитку необходимо просунуть в отверстие под номером 1, затем под номером 2, 3 и так далее. Нитка внутри кольца должна быть в натянутом состоянии. Из последнего 11-го отверстия нитка возвращается в отверстие номер 1, которое расположено сверху. Затем нитка отрезается от клубка и сверху завязывается небольшой узелок. Берем еще две нитки длиной примерно по 30 сантиметров. И закрепляем их в двух нижних отверстиях ловца снов. Подготавливаем цветную бумагу. У меня 4 разноцветных квадратика. При необходимости можно использовать больше. Складываем бумажные квадратики по диагонали. Выстригаем заготовки вот таким образом. Делаем прорези на бумажных перьях. В основании перьев делаем отверстие при помощи дырокола. Затем нанизываем перья на нитку, а снизу, под отверстием, привязываем небольшую ниточку, чтобы наше перо не слетело. Так необходимо подвязать все наши бумажные перья. При желании можно их раскрасить и добавить бусины.
Спасибо за просмотр!